Мур-мур-мур, миру ня. Капитан, как же так? Мы отклонились от курса. Боюсь, можем не успеть к сроку. Мой товар пропадет. Здешние места очень опасны. Поговаривают, что в этой бухте промышляет шайка пиратов. Не встретиться бы с ними, ведь у нас даже пушек нет. Да, это я приказал снять пушки с корабля. Но понимаете, просто они слишком тяжелые. Без них можно гораздо больше товара нагрузить на корабль. Да, остается только надеяться на удачу. Пираты! Мы в ловушке! Все пропало. Быть может, мы все-таки сможем уйти от них? Ведь вы же говорили, что ваш корабль самый быстрый. Да, так и есть. Мой корабль был самым быстрым, пока вы не нагрузили его до краев своими товарами. Теперь он и быстрее черепахи. Эй, вы там! На корабле! Это наша бухта! Все, кто здесь проплывает, должны платить! И сколько же вы хотите? 500 золотых монет! Это грабеж! Я не буду столько платить! Капитан, думайте быстрее! А то у меня на корабле команда нервная! Могут не дождаться ответа, а? Мы не будем платить. У нас нет столько денег. А мы сейчас это проверим. Да, надо было лучше заплатить. Очутились черт знает где. Как теперь корабль починить? Вот. Погоди, нет, кони не едят у нас, значит. Такую пока... А, нет, смотри, съел. Съел? Ну, может, да, он... съел. Все в порядке. Так, вы отлично накормлены. С вами все в порядке. Так. Слушай, а в какой стадии приручения они уже? Ну-ка, дай-ка посмотрим. А, ну... На shift нажми. Там, видишь, сердечко? Оно еще совсем прям такое. Сердечко. Никакое. А, да, да. А у коров со они свиньями? Они у нас практически еще не приручены. Еще дикие. Там, по-моему, знаешь... Их надо еще долго. По-моему, когда белый ободок появится вокруг сердечка, тогда они уже больше отката не будет. То есть, если их вовремя не покормишь, они обратно ну, не одичают. Да. В общем-то, так, да. Слушай, Лисенька, у меня есть меч. У меня есть отлично меч. Отлично. Ой-ой.
Так, вы не съедите, не съедите. А у тебя тоже есть ведь меч, да? Я же тебе делала, конечно, по-моему, да? Конечно, у меня есть меч. Вот, 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 вот. А сколько у нас времени на сервере сейчас? Времени на сервере, времени на сервере. Посмотришь, да? Так, да, час ночи. Ну чего, двинем, рискнем или подождем утра? Да, почему бы и нет, почему бы и нет. Так. И мне казалось, что я что-то подозрительное слышала на севере. Давай пойдем посмотрим, что там. Пошли. Пошли. Пошли посмотрим. Я там не сейчас была, в той стороне. Север, север там. Ну, север наверху карты, как бы, вот. Север, подожди. Север, сейчас я тебе скажу, куда север. У меня там. Север, север, север. Так, знаешь чего, я сейчас туда, да, ой, так, нам, да, туда, короче, на зеленую метку, а, у тебя же не зеленая, у тебя же другая карта, да, север, кажись, там, да, да, пошли, пошли, а у тебя зато видно, где, какие монстры, так что ты тогда мне говори, да? Да? Рядом с нами куча всяких монстров, например, о, паучки. Паук. Паучок, паучок, он нужен. Паучок. Паучок, да. Ты убил я уже? Я достать не могу. Ой, нет, не подходи, там эндерментер, там не подходи к нему. Да, эндерментер, ладно. Что-то паук какой-то странный, он застрял в дереве. Ну ладно, пошли без него. Да, пошли без паука, пошли. Ты где? Ты где? Иди ко мне, иди ко мне. А, во-во-во, все, все, бежим, бежим. Идем, идем, идем. Так, большущий. Я по дороге еще, как всегда, камушки собираю. Ой, это что такое? Что за цветочки? Это что? Я что хочу цветочки собрать. Что? А, нет! Дротчик, дротчик! Дротчик! Так, хорошо, отвлекай его. Ой, на себя. Осторожно, Лися, осторожно, не подвернись. А! Не подвернись под мой дротик. Так. Так, на я его просто... Во, отлично. А он ничего не потерял? А, фу, какой фуфлыжный, да, ничего не было. Ага. Как ты прикольно вся в стрелах. Ладно, побежали вперед, побежали вперед, побежали, побежали. Побежали, 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 побежали. Так, ты же. Может быть, паука. О, смотри, ослик. Где? Вот ослик. Да ты что? Ну давай его пока оставим, пусть он тут ходит, не, ну, а то. Мы его точно оставляем? Да. Вообще, ну... тем более, он мальчик. Ну, а может быть. Может быть, нам потом пригодится ослик. Мы будем на нем перевозить большие партии груз. О, еще один ослик, да? Да. Смотри. Да вот. Где? Же, вот-вот-вот. А это? Нет, это девочка. Это... А, нет. Нет, мальчик, мальчик, мальчик. Нет, мальчик, мальчик. Мальчик. Ладно, два едем. Мальчика. Два мальчика. Да что же у них тут все такое, блин, одни мальчики? Вот да, кстати, здесь очень много мальчиков. На единицу площади? Девочек почти нету. Да, тяжело найти. Что они тут устроили? Что там, в воде плаваешь? Помыться хотелось. Слушай, нам надо душ сделать в доме. Да, душ в доме — это хорошая идея. Так, подожди, да. Это север, да? Или нет? Это север. Да, это север. Ладно, идем дальше. Еще севернее. Ты говорила, там вроде где-то должен быть еще остров. О, да, корова. Да. Какая корова? Буренка. Мальчик. Мальчик. А ну, это ладно. У нас девочка. Тут. О, нифига тут коров. А, ну я тут как раз бегала. Я же тебе рассказывала, что здесь коровки есть. Угу. Это ты здесь бегала, да? Да, 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 угу. Да. А так. В той стороне как раз остров. Отлично, побежали тогда туда. Сюда, что ли? Так. Ну, подожди, сюда, сюда был остров, который ты говорила, да? Вроде да, вот там вот остров. Сюда был. Же, да? Ой, тут этот, скелетошу. Скелетошу давай порешаем сейчас его. Скелет, отдай мне свой лук, пожалуйста. О, ты там за здоровьем смотри, чтобы тебя вообще-то не на... Так, ты живая? Ну я бью. О, вот, он кости растерял. Отлично. Слушай, надо покушать, наверное, да? А то как-то там замедление одно другое, а то мы с тобой всю ночь прыгали. Покушать, смотри, тут есть водичка пресная. Водичка пресная. Кстати, да, нужно... Осторожно, осторожно, там что-то идет. Что-то, да, что-то... Оно уже умерло. Пускай гуляет. Так. Все, я напилась. Наелась. Можно бежать дальше. Давай туда, на остров, да. Что ли? Пошли на остров. Пошли туда, посмотрим, что там. Ну, пойдем. Так, ты где, ты где? Да, я вон там, да. Ах, не допрыгнула. Слушай, песочек... А, у нас же песочек есть. Ты его не использовала еще? Нет, еще не дошли руки до него совершенно. Кстати,
Я тебе хотела сказать, что я действительно видела рыбу. И я потом в одиночке попробовала, и прикинь, я достала эту рыбу, она называлась окунь, я ее убила, из нее выпала рыба, Обалдеть. треска, да. То есть, когда убиваешь окуня, Прикольно. из него выпадает треска. И Ну да, странно. мы с тобой, кстати, хотели по пути убить спрутов, так что потом, когда пойдем купаться в Спруты следующий я раз. здесь видела спрутов, но они очень-очень глубоко плавали. Ладно, мы давай потом тогда, когда они будут Так, неглубоко. свинюшечка. Свинюшечка какая? Свинья-девочка. Ладно, пусть будет свинья-девочка Ну, пока. пускай она, пускай. Да. Свинюшек можно и у себя там Ну найти. да, у нас там, в принципе, это. О, медяшки, Воу! медяшки, медяшки, еще медяшки. Золото! А, это золото? Да. Золото, А, желтое золото. да, ну, значит, кстати, здесь, значит, жила золотая. Да, надо здесь запомнить, Ну, что запомнить, что здесь этот можно. остров, да. Ну, мы потом геологический молоток сделаем. Собака! Собачка! Собачка, собачка! У тебя косточка есть! У тебя есть косточка, я Да! видела, ты ее подобрала. Иди, иди, попробуй, попробуй, А попробуй. где? Собака! Где Вот он? Где она! он? Вон А, вот она! он. Вон она! Вон она! Ай-яй-яй-яй! Кусь-кусь! Ай! Какой кусь-кусь? Какой кусь-кусь? Это не собака, это волк! Лися, спасай меня! Волка. Я первый раз вижу волка, который говорит кусь-кусь. Боже. Тебе понравился, да? А, О, какая красивая вообще лошадка, просто клево. Да, серенькая. лошадка очень шикарна. Ой, не Хорошенькая. могу просто. Кусь-кусь, блин. Кусь-кусь. Меня сейчас щеки разболятся. А, от смеха. Так, ну чё, это остров, как я понимаю. Да. Это опять остров. Это опять И остров? опять Подожди, самолет. а мы пошли на север, да? На север, Да, прямо на туда, север. вот туда надо. Туда-туда. Давай-давай-давай-давай. Ах, эх, не Переваливай туда. свои кости через холмы и овраги. Идем на Блин, север. А мы пойдем на кусь-куся. север, а мы пойдем на север. Висмут. Висмут нужный, нужный висмут, нужный. Погоди, я еще Стоп, 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 вижу стоп. кое-что. Вот еще висмут, еще висмут. Так, мы Короче, теперь... мы тут это, мы тут сборщики с тобой. Сборщики. Собиральщики. Так, Ну, подожди, короче, как я куда нам понимаю, туда? здесь очень О, много смотри, всего. смотри, вон, Чего? вон, вон то, что я слышала, значит. Вон оно. Погоди, На, погоди, я уже его я вижу на тебя... А, карте. тебя. Там, кажись, корабль. Я ничего пока Я не вижу. здесь, на холме. Погоди, я Там... тут, я сзади тебя уже. Ну, вон туда, вот смотри, вон там, вот. На карте уже видно, я не знаю, как у Так тебя. у меня ничего еще не видно. Так иди сюда, смотри, вон там. Вон, там корабль. Как же... О, корабль? Корабль? А Да. это кто? Пойдем посмотрим. Мужик. Здрасте. Мужик. Что ты здесь Здрасте. делаешь в Здрасте. лесу? Матрос корабля. Так, меч спрячь, а Да, то у нас меч. будет Меч удушка. убираем, чтобы нас... Матрос корабля, здрасте. Я Какой-то думаю, он мы... неразговорчивый, слушай. Пойдем посмотрим. Ну, хорошо, хоть не агрессивный, ладно. А то, знаешь, так вот Ну встретили да. мы бородатого Слушай, а мужика там в еще... лесу. Пойдем Здесь посмотрим. люди есть. Люди, да, вон они. Люди. И смотри, у них корабль. Может быть, мы отсюда уплывем, Лися. Обалдеть. Да. Смотри, как классно. Ура, народ! Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте! Что вы тут делаете? Матрос Здравствуйте. корабля. Матрос Это корабль. торговец корабля. Слушай, здесь Торговец. торговец есть. Ну-ка. А тут кто? Тоже Смотри, матрос. Лися, Лися! Погоди, торговец, может, у него что-то купить можно? У него можно купить, ему можно О, ничего себе! продать. Смотри, ему можно продать. У нас же есть вот всякие Обалдеть. доски, бревна. Смотри, он покупает Ага, бумагу. смотри. Нет, ой, это не бумага, это какое-то джутовое полотно. Вот, как раз самое Джутовое ненужное. полотно, да, кожа, Ну, кожа, я бы не сказала, ореховые что не... доски, дубовые доски. Но Да, смотри. кожа у нас тяжело ее Да, у откопать. нас ее нету просто. Но смотри, Ага. смотри, он продает то, что нам очень нужно. Смотри, для выделки той же кожи, вот он продает мел
И он продает каменную соль, которая, конечно, не для кожи, но тоже нам нужна. Смотри, и это стоит по 5 золотых. И плюс, смотри, он продает зерна. Зерна, которые нам с тобой так... Зерна, да-да-да-да-да-да-да. Смотри, нам же нужно животных приручать, нам нужно хлеба делать. И... Так, погоди, опять бронзовых монеток, которые мы можем получить за доски. Да. Это у нас одна золотая монетка. И изумрудная монетка здесь, о боже, это же много, это же очень много. Но смотри. Валить и валить. Да, смотри, мы повалим лес, просто вовсю повалим лес, сбагрим им доски ореховые и дубовые, и продадим им, наберем монеток, и на эти монетки купим зерна. Так, наша цель... Матросы, а вы здесь долго будете, а? Они разговаривают вообще? Вроде нет. Они с бабами не разговаривают, да? Только торговец. Да. Слушай, а если... Проклятые медузы, говорит. Он говорит, проклятые медузы. Эй, матрос корабля, 3000 акул мне в глотку. Боже! Так, а тут интересно что-нибудь. Ну-ка. А тот ничего не говорит? Сейчас посмотрим, погоди. Ну, торговец ничего. Мне нужны... Тысячи горбатых моллюсков. Мне нужны... Ой, прикольно. Слушай, он говорит, что ему нужны материалы для починки корабля. У них сломался корабль. А, так вот оно что. А я смотрю, там какая-то дырка такая странная прям. Вот. Они, наверное, пробили кузов как-то своего корабля. Хочешь доплыть? Я хочу посмотреть на их корабль поближе. Пошли посмотрим. Лися. Ты смелая, конечно. Ну, просто в воду. Но ты же сказала, что тут нет акул. Я, конечно, не уверена, но вдруг... нету. Ну, вроде как, наверное. Так, а тут не запрыгнуть все равно. Может быть, с другой стороны можно... А у тебя есть с собой какие-нибудь досочки там или что-нибудь вроде этого? С собой досочек нет. Ой, сейчас утону. Нет, а может быть, там с другой стороны можно зайти. Давай посмотрим. Сейчас посмотрим. А здесь они, видать, уже латали, смотри, другого цвета доски. А тут тоже пока не запрыгнуть. Ага. Вот. Ага. Смотри, Лися, у нас появилась цель в жизни. Они нас с собой не берут, но хотя бы можно им продать доски и получить материалы для дальнейшего развития. Побежали обратно. Побежали валить лес, срочно! Валить лес в товарных количествах. Да, это уж точно. И знаешь, вот меня очень радует то, что они продают зерно. Да. А меня радует, что они продают мел, который мы не могли найти. Мы теперь можем выделывать шкуры, между прочим. Это очень хорошо. Да. И смотри, кстати, если мы выделаем эти шкуры, может быть, успеем до их отплытия еще им сбагрить шкуры. Только шкуры надо сначала достать. Себе. Ну, а там же много мальчиков ненужных. Много, но у нас мясо будет пропадать. Море, я люблю его до безумия, сидя на пляже. Это ого, он. Так они еще по-разному говорят, ничего они, себе. Они по-разному. Ну-ка, у них в сундуках что-нибудь есть тут? Ну-ка. А что у них ящики пустые, нормально, их ограбили, что ли? Смотри, вообще а ничего. А где у них зерно, вопрос? А, ну, может быть, оно на корабле осталось, мы поэтому и не можем туда добраться, чтобы всякие не лазали там. Они, может, ящики принесли для сбора ресурсов, а не для продажи? Может быть. Так. Невероятно. Слушай, Лисенька, а солнце-то уже к горизонту? Побежали обратно? Угу. Да, пока побежали. Этом... Ну-ка, этот побежали мужик чем-нибудь говорит? Говорит? Тысяча горбатых моллюсков. Тысяча горбатых моллюсков. Что-то они какие-то недовольные. У них, видать, корабль совсем что-то... У них, да, что-то у них нехорошее приключилось. Что-то знаешь, у меня такое ощущение, что как раз-таки вот эти вот ребята... Ага. Того волка загрели, и теперь он такой куч-куч был. Да. Так, подожди, а мы в правильном направлении-то идем? Нет. Вот потому что у меня метка совсем в другую сторону показывает. Слушай, а там нету больше, случайно, таких волков с кусь-кусями? А то мы сейчас опять побежим. Собачка! Да, вот не знаю. А то, может быть, побежим сейчас... Нет, просто посмотри здесь вокруг. Может быть, что-то еще интересное есть. А, ну посмотри. Вдруг там действительно может что-то есть. Может быть, какие-то ресурсы еще. Я же это поисковик. Да, вот поисковик, ты Гугл, да? Да, я Гугл. Ты Гугл. Я лиса Гугл, все. Лиса Гугл. Так, ну значит, ты мне разрешаешь убивать Я тебе разрешаю убивать мальчиков, да. А если девочка, но она далеко? Слушай, подожди, знаешь чего? Давай их убивать будем, когда
когда у нас уже будут ресурсы, когда мы уже навалим лес, купим все, что мы хотим mm-hmm. купить. Короче, ты тогда валишь лес на покупку зерна, а я валю на покупку uh-huh. соли и мела, да? Ага, uh-huh. вот. Хорошо, да. На выделку шкур. Ладно, окей, ладно, давай тогда бежим обратно, валим лес или что мы там делаем. Ну, я думаю, лучше валить лес около нас, как раз расчистится территория. Ну да, 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 да. Да. Вот, там будет немножко... Ой, знаешь чего, я хочу вот эти вот красивые цветочки собрать. Вот эти вот красивые цветочки я хочу собрать и посадить у нас перед домом, чтобы у нас было цивильно, вообще красиво, как в лучших дворцах Европы. Вот. А то... Ой, как там живут вообще в нашем дворце? Хорошо, наверное, им без нас, да? Не забыли, интересно? Не О, знаю. Смотри, два паука. А, ниточки, ниточки. Давай, я одного, давай я правого, ты левого. Или давай, ты Хагри на себя. Тут уже без разницы. Ой, тут уже без разницы, да? Меня сейчас, кажется, убьют. Нет, убегай, не давай им себя убить, не давай. Я пока живу. О, я нитку. Я поймала нитку. А ты? Я тоже. А сколько нам надо ниток-то? На бирку, по-моему, одна нитка нужна была. У меня две ниточки теперь. А у меня одна. И у нас как раз трое названо, отлично. И нам еще нужны чернила. Но чернила... Да, кстати, вот за чернилами надо смотреть, где у нас тут эти плавают. Да, ну хорошо они, бы... Они на глубине плавают. На глубине желательно это делать днем. Все-таки лучше видно и не так опасно, и вообще. Короче, двигаем дальше в сторону дома. Да. Все, пойдем, нам же туда. Пошли. Да, все. Вот. Ой, дерменчик. Я испугалась. Слушай, да, я вот их тоже ужасно боюсь. Хотя вроде бы они не такие страшные. Я, кстати, вспомнила, в каком моде они так меня сильно пугали. Это Beta with Mods. Вот там эндермена. Крипер, осторожно. Да, вижу крипера. А тут, смотри, тут два паука. Подожди, стой. Так, я беру этих на себя, а ты воюй с пауками. Так. Ой, называется, я чувствую, что называется, я это взяла. Не могу. Убегай, ой, я чувствую, меня убегай, убегай, нет, живи, лисенька, живи, не давай себя убить, не давай им, слушай, убегай, убегай. Нет, там еще и стреляшка, убегаем. Да, там еще стреляют, слушай, тут вообще дикое количество всяких монстров. Моя нитка осталась, да, жизни почти не осталось, черт возьми. Меня сейчас убьют. Вот меня сейчас... у меня тоже, у меня 31 жизнь всего. Все! Нет, меня убили. Все! Нет! Лися, все. Так, я драпаю нет, отсюда. Меня убили. Да ты что? Первая смерть. Воскресай. Да, первая смерть. Давай, быстро в лазарет. Я ресурсы потеряла. Так, а у тебя хотя бы метка остается на карте, где ты их потеряла? Да. Так, я лучше убегу отсюда. Я лучше... Можно я сделаю очень-очень нехорошую вещь? Нельзя делать ну, нехорошие пожалуйста. Вещи. Нельзя. Они же пропадут. Ты мне скажи, где ты умерла. Где-то в середине лета. Ты меня куда это... Так, я сейчас... Куда ты меня засылаешь, скажи мне? Блин, я не знаю, я тогда тебя потеряла, и, короче, и все. Но ты же все равно ты пэшишься в мою сторону, да? Или что? Так ты мне не разрешила это сделать. Я думала, ты хочешь сделать так, чтобы возрождаться вместе с вещами. Я это тебе не хотела. А ты пэшишься... Я хотела тэпнуться на место смерти. Тэпайся, но я не на месте смерти, но я недалеко оттуда, давай. Хобана. Вот. Все, готовая? Все, подбирать быстрее, пока меня не съели. А что с тобой? Где ты так исчезла? Я не знаю, меня кто-то сзади просто взял и очень хорошо стукнул. А, ну ты... Просто ты... Вроде ты пешнулась ко мне, и потом вдруг начала мелькать у меня перед глазами, как-то пролетела, как, я не знаю, человек-молния. Я не знаю, что такое было. Ой, сейчас так, меня застрелят. Не, я хочу проверить, все ли я собирала. Нет, я не все не дособирала. А, нет! Ты живая? Или опять... Нет, еще пока не показывала я твою живая, смерть. Я живая, но нитки, топор. А, ничего не собирается. Почему не собирается? А у тебя, может, места нету? Так, есть. А как они у меня там лежат? Блин! Ёлки-палки. Так, сейчас, по-моему, и меня убьют. А, все, я подобрала. Подобрала? Отлично. Так, На меня дротчик метится. В меня метится дротчик. Я не хочу, чтобы он в меня вметился, черный дротчик. Где-то тут должна быть. Я в воде что плаву. Ты делаешь? Ну, убегаю вот от дротчика. Он вон стоит Ай. Там. Тихо. Сейчас я ему тоже дротик вставлю.
В глаз. Побежали, давай, быстрее. Какой дротик. Быстрее побежали, давай отсюда. У меня, кажется, еда закончилась. Мне даже больше не похиляться никак. Ладно, ладно. Ой. Подожди, только не сейчас. Не давай мне сейчас ничего. Не давай мне сейчас ничего, потому что меня... Что там происходит? Слушай, а мы не в ту сторону бежим-то, по-моему. Да. Да, нет, мы в ту сторону, нам надо просто перебраться на другую часть. Так вот ты побежала как раз обратно, ты побежала к морякам. Ты что там? Пшеницу, я нашла пшеницу. К черту пшеницу, спасай свою жизнь, мы вернемся туда. Я вообще не понимаю, куда бежать. Лисенька, в другую сторону. О, у дротчиков разборка, прикинь. У дротчиков разборка, они дротчат, дротиками кидаются друг в друга. Все, да, нам туда, Лися, нам вот туда, туда. Нам туда. Слушай, а там тоже дротик на этом, на берегу, нет? Я видела... За нами, я тебе больше скажу, за нами паук плывет. Ладно, черт с ним, с пауком, убегаем. Я туда днем, пожалуй, вернусь. А там есть эти пшеница. Пшеница, да. Давай донесем хотя бы свои кости до берега, отхиляемся немножечко. Прекрасная идея. И я предлагаю вернуться уже с ресурсами, чтобы мы, ну, не порожняком бегали в такую даль, а как-то вот более продуктивно. Да так. Отстань ты от меня! Паучара ты! Поучайте лучше ваших паучат. Вот. Да? Сколько тебе еще осталось жить? 31 жизнь. О, ниточка. Все, забрала. Побежали. Побежали. Просто игнорируй всех. Твои слова тебе до в уши, главное. Да, еда нужна? Еда нужна, но я уже бегу. Я еще пока могу... А, кстати, я... На тебе еды. Давай, где еда? Блин, хотя бы водоросли. Вот. О, отлично. А, вот надо было тебе эти. Ладно. Нормально. Хорошо. Хорошо, сейчас я вот морской капусты закушу. Ты присмотри за мной, пока я ем. А все, уже можешь не смотреть, я живая. Да, все хорошо, здесь как раз никого нет пока. От морской капусты такие ужасные зеленые пятна отваливаются, когда мы едим, да? Как свиньи. О, смотри. Ура! Пшеничка или что это? Это рожь. Ржа. О, смотри. Золото. Ржа. Слушай, мы с тобой вообще, конечно, нам спасаться надо. А мы с тобой тут рожь и золото собираем. Ну ладно, рожь, но золото. Так, ладно, пошли. Перепрыгнешь? Да. Я здесь. Нет, тут просто как бы это... Да прыгну, не бойся, я не настолько все плохо. Бежим. Коровки. Оставь в покое коровок. Мы еще успеем за ними вернуться. Да, бежим. Я не трогаю коровок. Кстати, всё, мы скоро дома уже. Так, будем. Опять этот стреляшка. Бежим. Ой! Эпть. Я сломала ногу. Ты как там? Я 92 жизни осталось, и все из-за того, что я приземлилась неудачно. Знаешь, мне очень нравится такая. Так спокойненько. Ой, я сломала ногу. Вообще норм просто. Ну а что не делать? Не в первый раз. Не в первый раз, да. Блин, мы, кажется, сейчас попали. Мы попали не туда. А, крипер! Так, вот нельзя, чтобы он взорвался около меня. Нельзя. Я хочу жить. Я хочу жить долго и счастливо. Я хочу жить. Так, я здесь. Так, бежим. Слушай, мы уже почти пришли. Да. Я уже вижу, что красная точка на карте приближается. GPS-ник работает. Ой, я даже уже вижу наш дом. Ну, как вижу? Я вижу его на карте. Да. Я тоже вижу. Да? Отлично, всё, мы уже прекрасно. Почти. Вот, тут уже практически рядом. А, кстати, а что знаешь, у нас прям тут здесь, растет? Прям здесь светло. Да. Пофиг, что солнце встает, но здесь реально прям светло и уютно. Да, да, прямо вот уже чувствуешь себя дома так комфортно, хорошо. Так, а что у нас, кстати, за деревья тут растут? Давай посмотрим, а то они брали только дубы, орехи, по-моему, да? Вот это да, орех. Да, что это орех. А это... Платан. Платан? Да. Он так называется платан? Погоди, а дуб у нас? А дуб у нас? А дуб у нас? Дуба? Дуба нет, но орехи они тоже покупают. Орехи-то ну, они... Да, так что ладно. Так, отлично. Цель ясна в ближайшее время. Давай тогда валить деревья. Сейчас все выкинем лишнее. А я уже начала. Отлично.
Мне нужны. Слушай, а как у меня? Нож, откуда там, у меня. Слушай, я, по-моему, твою корону подобрала. Да, да, действительно. Да, да, я подобрала твою корону. Я думаю, откуда у меня две короны? Отдай мне мою на. Корону. На, забери. Всё. Мне две я короны. Две а короны. А то растеряла, блин, одежду. И такая хожу, как это. Ты бы юбку-то сняла, порвешь же, в конце концов, юбку свою единственную, да парадно-выгребную. Не, нормально все. Ну а как я без юбки буду ходить? Нормально, мы в лесу, в конце концов. Будешь хвостиком следы заметать. Нормально, хорошо. Снимай свою юбку, будем только на торжественные приемы надевать, когда там, не знаю, принцы к нам приедут свататься. Мы сразу сделаем вид, что у нас... Ой, ты думаешь, к нам принцы приедут свататься? Конечно, а ты что думала, не приедут, что ли? У нас вон какой... Мне кажется, они не приедут. Темный-темный лес и весь наш. Конечно, они захотят за таких богатых невест замуж, да? Ой, слушай, а у меня проблемка. У меня теперь обратно... Инвентарь стал в 4 блока. Это не проблемка, потому что у нас есть пила, у нас есть доски, да. Возьми, сделай и все. Вон, смотри, какой у тебя классный хвостик, а ты еще тут... Так, ладно, я пошла валить деревья, пошла добывать ресурсы для нашего будущего, для выделки шкур. Так, только орехи, берем только орехи, только орехи и что дубы. Мне слишком много всего. Только орехи и дубы. Слушай, знаешь, что я думаю? Они... А у нас там нету железного топора на полочке, посмотри-ка. А, так, топор, у нас тут никакого топора нету. Никакого? У нас тут есть, как я понимаю, только молот. Так, я думаю, что я сейчас сделаю нам слепки топоров железных. Угу. Как же они делались-то? Как-то... Так, наверное, точно так же, как да, и этот. Да, но... Да, как-то так. Сейчас посмотрим. Да, 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 да. Я, знаешь, даже два слепка сразу сделаю, чтобы и тебе и был топор. И нам нужна медь, правильно? У нас еще немножко было, так что, может быть, и хватит. Ну и чуть-чуть мы чего-то еще... Нет, там вроде как 4 штуки было всего.